Денис Иванович, вы совершили историю на самом деле. Поделитесь первыми эмоциями. Ну, эмоции хорошие, великолепные, радостные. Вот действительно история, но очень довольна игрой и победой. Много критиков, как было до игры, так и после. Профессионалы говорят, что это блогеры. Вы как сами? Ну, всегда будут те, кто будет поддерживать, всегда будет, кто критикует, указывает свое мнение. Но я думаю, что больше, наверное, все равно те, кто поддерживает. Да вы не считаете, что вы этим критикам закрыли рты по-настоящему этой победой? Ну, можно и так сказать. Ну, еще раз, жизнь продолжается, и у каждого человека может быть свое мнение. Ну, вот единственное, что я говорю, что повторю, что людей, которые относятся к нам положительно, намного больше, чем те, которые критикуют. Эта победа для вас важнее была, чем победа на МКС? Они все важные. Все важные на МКС, и эта победа, и следующие матчи у нас еще идет, опять же, МКС, поэтому нам надо защищать свой титул.